Yo, what's up, man? Это Фликер, и ты находишься на игровом канале Мобильный Геймер. И сегодня мы рассматриваем игру Pocket Troops, что в переводе означает «карманные войска». Итак, вот у меня два перца уже есть. Афроамериканца. И есть вот такой вот штаб, где у нас есть медпункт и комната отдыха, комната игр. Основная, так скажем, комната. Здесь у нас отдыхают, бухают. И тренажерный зал. Итак, ну, что я могу вам показать здесь? Конечно же, бои. Давайте перейдем на карту и попробуем повоевать. Так, одного чувака только можно взять, да? Ну, давайте попробуем. Забавная игрушка, такие персы, прикольные. Ух ты. Вот так вот можно как-то карту двигать влево-вправо. Ну, это была простая битва. Один на один. Так. Но через минуту вот он вылечится, пока у него финиш он под глазом. Это была самая простая миссия. Также есть миссии на прохождение, где посложнее. Вот такой вот пес у нас. Тренировка — это отличный способ прокачки каждого бойца. Ну давайте потренируем. Бабосов у меня как раз хватает. Смотрите, он штангу тягает прям в обмундировании. Чувак вообще не боится ничего. Вот у нас там показывает, сколько тренировка еще будет идти. Отлично, не забывай периодически давать ребятам потягать железо. А то... Sir, yes, sir. Потренировался чувак, молодец. Стал намного круче. Все, следующая тренировка уже дороже стоит. Ну вот у нас и второй чувак. Проснулся... О, вот, смотрите, у нас в инвентаре есть еще одна эмочка. И вот все приблуды, которые есть вот в инвентаре, их можно совмещать. Так. Sir, yes, sir. У тебя, чувака, ничего нету. Сэр, есть, сэр. Ну, давайте попробуем пройти вот эту вот миссию. Здесь видите их как много? Ух, здесь с миниганом даже, чувак. Ну, давайте попробуем. Посмотрим, что из этого у меня выйдет. Так. Ну, давайте его на этого чувака. Давай, вали его нафиг. Промахивается. А мы зато попадаем. Так, это у нас вторая волна. Думаю, его нужно вылечить. Ну давайте начнем. Так, боец готов. Нажмите на... Да все, я уже... А, понятно, нужно отжать. Ну давайте зафигачим. Самого моего прокачанного чувака решили завалить. Да, конечно, я вам просто так не дамся. Вот здесь уже посложнее. Так, снова лечение. Отлично. Давайте используем авиаудар. Давай. Вот так. Ух ты. Как жестко они сразу на него нападают с миниганами-то. Так. Ну эти вроде... Чуваки полегче. Давайте попробуем. Мазилы. Короче, один у меня с автоматом, другой с дробовиком. Итак, мы получили 10 таких вот прикольных золотых, 2500 баблища и 13 звезд. Звезды вот эти мы можем использовать как раз для того, чтобы открыть какой-то инвентарь новый.
Тут давайте посмотрим историю боев. Атака, защита. Ладно, понятно. Так, бойцы, видео, магазин. Что у нас есть в магазине? О, мы можем, допустим, приобрести такой вот диван. Арсенал можно купить. Но что-то мне не хочется пока эти деньги тратить. Я лучше потрачу их на новых рекрутов. Вот здесь мы можем кого-то приобрести. Вот эти чуваки только за золото. Поэтому, ну, можно вот такого вот взять, смотрите. Давайте, это снайпер, я так полагаю. Давайте его купим. И сразу отправим на тренировку. Пусть качает железо. Ну, и давайте откроем. Что это у него тут такое? А, это лазерный прицел, тоже давайте совместим. Что-то непонятное. БКБшечка. Прикольно. Боец устойчив к слепоте. В дальнейшем, скорее всего, здесь будут какие-то и гранаты даваться, и не только. Справа мы видим параметры нашего бойца. Дело. Можно уволить его. Прикольно. Так, это бойцы у нас. Ага, здесь вот можно тоже статистику, я так полагаю, посмотреть. Освободить его. Вот мы освободили. И, допустим, где он у нас сейчас... А он у нас просто отдыхает, сидит. Вот, можно его занять. Что-то базарит непонятно. Так, рекруты. Ну ладно. Вот, в принципе, и все. Такая вот занятная игрушка. Прикольная, приятная графика, угарные чувачки такие. А с вами был Фликер, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большой палец вверх, если вам понравилось это видео. И не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!